Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение Торы. Сегодня у нас глава Шмини, второй урок. В книге Сефер Хинух написана заповедь проверять на кошерность рыб, каких мы можем есть, каких нельзя. Тора пишет: из всего, что в воде, можете есть всех, у кого есть плавники и чешуя. Значит, есть ее рыбы. Есть плавники и чешуя, можем есть. Но это не просто чешуя. Ее можно взять, нож почистить, тогда да. Если она отрывается вместе с кожей, как у змеи, допустим, то мы такую рыбу есть не можем. И написано: в воде. Не просто так написано. То есть рыбы, у которых есть чешуя, когда они плавают в воде. Когда мы их вынимаем из воды, чешуя отпадает. И с виду чешуи на ней нет. Таким рыбам, допустим, относится скумбрия, или макрель, их называют. Вот в этом случае мы есть можем, потому что в воде чешуя у нее есть. Есть рыбы спорные. Допустим, ставрида. В одних морях у нее есть чешуя, в других морях у нее чешуи нет. И вопрос спорный, и пока мы это не едим. До прихода Машеха мы не знаем, мы не едим ее. Вопрос спорный. Также, если брать осетровые породы рыб, шипы мы не считаем за чешую. То есть есть такие, что считают чешуи, чешуи это шипы эти, но нет, не едим. И если мы не едим саму рыбу, то и также и икра ее, мы ее не можем есть тоже. То есть если у лососевых пород рыб, там красная икра, допустим, всех мы можем есть, икру эту можем есть, то осетровые породы нет, черную икру мы не можем есть. Заповедь нам это запрещает. Теперь есть интересная заповедь насекомых. То есть их нельзя есть. Но пишет глава Шмини, что вот этих вы можете есть. И называют четыре вида: саранчу, саляма, харголя и хагава. На сегодняшний день мы не знаем, какие это виды саранчи. В благословенной памяти Раби Шлома Ицхаки пишет, что они бывают с длинными крыльями, с короткими, разных цветов. И нам трудно определить, какие это виды саранчи. Но вот йеменские евреи, они знают, они едят. У них по традиции дошло, да это они едят белую саранчу, красную, пятнистую, серую саранчу они едят. Но тоже у них закон, только стайных кузнечиков. То есть одиночным кузнечикам они тоже не едят. В главе Шмини эта заповедь стоит, уже в главе Р.Э. об этом не написано, не перечислены эти виды. Как наоборот, допустим, в этой главе за животных написано признаки животных, по которым можем есть, и название не стоит этих животных, а вот в главе Р.Э. написано. То есть если мы читаем и главу Шмини, и главу Р.Э., то они дополняют друг друга, и тогда мы можем увидеть, как работает этот закон. Что касается птичек, то перечислены 21 птичка, и остальные можем есть. На Земле их больше 9000 видов. И если мы знали бы точный перевод, вот что означают эти слова, все 21 птичку, то остальных мы бы ели. Но так как мы не знаем точного перевода этого и не знаем значения этих всех слов, поэтому мы пока воздержимся и едим тех птиц, которые достались нам по традиции, там, допустим, это куры, утки, гуси, индюки едим, и есть мне еще голубя. И Равицкак Зильбер в своей памяти говорил, что его родители говорили, что можно есть куропатку. Вот. Я слышал еще, что фламинго подходит под все эти признаки кошерности. Вот так вот. На сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие тоже Яков бен Нахум, Владимир бен Григорий, Павел бен Ефим, Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель,
Хая Малка Бат Йосиф, Мира Бат Авраам, за здоровье Борис Бен Мария, Светлана Бат Клара, Анна Бат Ривка, Полина Пер Бат Соня Сура, Женя Бат Ида, Лена Бат Клара, Анна Бат Елена, Евгений Бет Софья, Двойра Бат Мирьям, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Двойра, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат Маэль, Евгений Бен Берта, Исхак Шимон Бен Бейла Мотел, Евгения Бат Ита, Фира Бат Анна, Гитл Бат Мирьям, за хороший дух Арона Рия Бен Двойра, Низ Бен Ахум, Авигал Бат Сара. Всем всего самого лучшего, пусть закончится эта страшная война. До следующих встреч.